Всем привет, с вами Андрей Санар. Поехали на рыбалку. Вот смотрите, здесь вы можете взять в аренду снегоход, собаку. Мотособаку. Шикарное место. В Кабоне всегда полно зимой рыбы. Рыбаков, правда, больше, чем рыбы. Давай. Ну и куда уехал, да? Все, Витя поехал рыбачить. Да. Витя, стой, блядь! Витю там притормозите! Вите надо выйти! Сейчас мы подходим, а он уже там где-то. Ну, у нас Витя уехал, нас оставил. Я куда уехал? Это что, нам пешком походить, что ли, специально? За шуточки такие, выехал. Витя, не гони! Сцепка хуйная! Погоди! Вить, стой! Витя! Витя! Ты Сашу потерял! Я тебе один вещь не скажу. Ты когда начинаешь трогаться вдруг, если стоял, оборачивайся назад! Вот нихуя не смешно, Вить, было, блядь. Да, не смешно. Ну я откуда знаю? Ну, блядь, оборачивайся, ёпарус, это людей везёшь! Витя, Витя. А вот посмотрите, посередине Ладоги растет сосна. Нельзя на рыбалке пить. Да. Но выпивать можно, за рыбалку. А пить нельзя. Вот такая она, ладожская рыбалка. Рыбалка началась. Рыбалка началась, да. Такие, не толсто, грамм по 300 хотя бы. Давай. Ура. О. Там этот, продукт сумрачного лагения. Еще нет, соло не ел. Бляха, муха, у него еще и надувная сидушка. Что ты думал? Какая классная вещь. Вот такая штука, десятка? Восьмерка. Смотри, видишь, как без угадал. Подумать. Слышь, значит, надо... И она же еще и рюкзак. Это десятка. Угу. Если она же еще и рюкзак. Все, сейчас наше главное оружие. Ага. Вот главный это... рыбопоисковый прибор. А, ну да. Сидеть. Вот ух ты, слушается. Вот и молодец какая, на. Нет. Ну и хрен, я сам сожру. Наконец-то, сучка. Пиздец, блядь. Ну и нахуй такая вот 50 грамм блядь, говно нужно, ёбать в рот. Не окунь, а. Я бы мог за таким окунем в пруд в ближайший сходить. Еще один на 50 грамм. Не, блин, на 200 грамм. Прогресс. На 70 грамм. Ладожский размер. Ну вот посмотрите, Ладога и размер окуня. Чудо просто, просто чудо. Я б за таким размером 200 метров до Муринского ручья, блин, пройти. Не надо ехать за 120 километров. Ну, прогрев, блядь. На 150 грамм окунь. О, о, сел, 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 сел. О, бляха-муха, хорош.
Никита, Маша, я Дубровский. Сейчас будем лайк. Вот ты сейчас поймал хорошего, а вот этот парень, он стоит возле. Он вот здесь вот с лунки вытащил хорошего, но только одного. Правее! Вот... Тут? Ой, бляха. Вить, проснись. Вить тут спал, блин. О, а мы, оказывается, еще не самые последние. Тут еще кто-то подъезжает, а то я думал, что самые последние. Вот так вот порыбачили. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!